Хелло, пацаны. Эта игра предупреждает о том, что может вызвать приступы эпилепсии. У некоторых людей могут возникнуть приступы под воздействием вспышек, света и мелькающих изображений, даже если им никогда не ставили диагноз. Вот мы как раз узнаем, есть ли у меня эпилепсия или нет. А так как я, наверное, для большинства ебучий клоун, мне стоит включить веб-камеру. Йо. Йо-йо. Йо-йо-йо-йо. Помните, я делал прохождение Outlast'а полностью. Я вот как запустил Outlast, так и прошел его сразу в Японии еще. Так, и что мы тут видим? Настройки, глянем настроечки. Управление. Типа, что такое типа? А, ну тут типа лучше джойстиком управлять. Но так как у меня нет джойстика, потому что я нищеброд, щелкните для смены. Так, шаг вперед, W, шаг назад, конечно же. Шаг лево, это у нас D, пизжу, буква А. Вправо это D. Вы предназначить клавишу, конечно. Фонарь F, ударить E, так, отменить, поджечь. Здесь я понятия не имею, может быть пробел, хотя подождите. Выстрелить, ударить, прицелиться, ускориться, перезарядка R, ходьба, пускай будет Shift. Так, для этой клавиши уже выбрана другая команда, значит. А что у нас на шифте? Ускориться, ага. Ага, значит, ходьба капс будет. Ударить, отменить действие. Здесь есть? Вот, отменить, поджечь. Я думаю, пускай будет Q. То есть, поняли, ударить Е, это дефолт, лично для меня. Краса, спрятаться, Ctrl, это естественно везде. Мне единственное непонятно, почему вперед, назад не было выставленным. Экран снаряжения, Tab, безусловно. Все, вы можете, в принципе, сплагиатить у меня эти настройки, потому что любят люди плагиатить. Все, вот такие вот настройки управления. Текст русский, субтитры включу, чтобы читать. Мы же любим читать. Шкала здоровья, значки, снижение авто, в смысле авто. Выключить нет, шкала здоровья нам нужна. По идее, как и в некоторых играх, шкала вот этого вот здоровья и также количество ваших патронов зависит от выбора сложности. Если супер хай скилл, то ждите выключить. А если вы изи, то всегда, всегда включено. Шкала здоровья спутника. Какого? НАТО? НАСО? ГЛАСО? МАСО? Подсказки включить. Оповещение о врагах. Обычные выживания. Значок взаимодействия. Ага, перекрестие прицела. Я не понимаю, зачем это вообще выдали в измену, потому что как без значков подсветки вот это вот, что можно поднять, что можно заюзать, играть. Ну попробуйте, давайте, я хотел бы посмотреть на видео, где тип играет без значков. Тупо сплошной экран, без ХП, без подсказок, без врагов, без субтитров, без крови, голос. Французский, итальянский. Знаете, я больше склонен к французскому, потому что люблю картавить. Но мне нравится немецкий. Я даже знаю его отчасти. Вот. Нет, Испания не то. Я много видео смотрел про испанцев ужасных. Все, звук. Громкость, ну пускай где-то так будет. Так. Единственное, мне знаете, что не понравилось? Ну,
пока что только в меню. Мне это непонятно, это, конечно, не минус. А не понравилась мне именно чувствительность. Она непонятная какая-то. Не такая, какая должна быть. Слишком уж... То ли курсор такой кончен, то ли у меня мышка. А мышка у меня Razer Ouroboros, которая уже до того настрадалась, что у нее аж плата видна. Вот, контактики торчат. Ну что ж, Dota, Dota. Баны, антифаны, ноль сочувствия. Языки на самом деле будем продолжить, конечно, продолжить. Не всех противников что-то там можно сделать. Нажимаем кнопочку. Я проходил Outlast. Это одни из самых, наверное, пиздатых видео на моем канале. Вот, стоит вам посмотреть, всем, кто не смотрел, вы не имеете права считать себя моим фаном. Вот такой вот цвет мне нравится, но это слишком темно. Вот этот вот цвет, это как раз примерно фильм. Вы посмотрите, какая контрастность. Вы видите, да? Но это уже для любителей Майнкрафта. Светлота. Хотя тоже какая-то изюминка присутствует вообще-то. Измените меня так, чтобы отметка в центре была едва. Прям едва? Ну вот, едва это где-то... Вот примерно так. Я ее, в принципе, вижу. А вы, наверное, нет, потому что у вас качество, возможно, не очень. Сбросить настройки. Escape. Не понял. Новая игра. Сбросить настройки. А как дальше? Enter. Ага. А вот и выбор сложности. Повысить выбранный уровень сложности нельзя. Можно только... Можно изучить с помощью меню настроек. Поэтому эпизод начнется с самого начала. Для слабых и пугливых. Стандартно просите вызов со своим страхом и преодолейте их. Автоприцеление включено, боеприпасов немного, больше нормы. Я думаю, любой адекватный человек, больной, выберет обычный, я выживание, потому что игра у нас типа на выживание. И мы должны выживать! Обучение можно посмотреть еще раз в меню паузы. Манекены на точке. Контрольная точка, профиль сохранен, и это мозг. Так, а где субтитры? Скажите мне. Стоп. Ладно, я буду переводить, я потому что немецкий знаю. Так, сэр, слушай, у нас тут такие траблы, что, собственно, девочка на заднем сиденье, да, она заебала, пернула. Мой, между прочим, один знакомый таксист как-то раз подвозил шлюху, и она перданула и дала ему свой номер телефона и сказала, что как-нибудь искупит свою вину. Вот, и что нам нужно? Вообще тут на английском пиздят. Поэтому я не понимаю, о чем они там мелекают. Вот он обращается к Джозефу, его зовут Джозеф. Джозеф показывает паспорт, потому что они сейчас направляются в магазин ночной, в котором все равно продают бухло. Но перед тем, как купить, вы обязаны показать паспорт. Вот. Чтобы не 50, не 100 тысяч предпринимателей, если что, списывали, а ты наполовину меньше, 25. А графика здесь Alone in the Dark. У меня даже диск есть, который я спиздил у своего знакомого толстяка. Где-то... Вот он. Мне не впадлу достать. Вот, приступы эпилепсии сейчас у меня начнутся. А я один дома, могу свидеть. Вот. Мигалочки работают. Ой-ой-ой, сейчас все диски попадают. Сука. Ай, блядь. Ой, а как я достану? У меня же ж монитор тут. Все достал. Что делаем, короче, босс?
Вот, Alone in the Dark. Между прочим, даже главный герой похож на Сару Коннор. На Эдварда Карбину он похож. Вот этот главный герой. Все, сейчас, судя по всему, игра начнется. Экстренный вызов. Господи. Было заявлено, что игра должна идти на 30 FPS. Я тут 30 FPS не чувствую, это точно. Здесь примерно лично мой ПК выдает 20 с копейками, 24-25, а то и 18, когда враги пойдут, может вообще до 10 с чем-то спуститься. Ну что ж, мне можно только посочувствовать. Полиция. Ну что ж, фары говно. Это факт. Атмосфера здесь присутствует. Хоррора так и так. Потому что я яркость сделал практически на самый минимум. Я, наверное, единственный такой отважный человек, который играет на такой яркости. А тем временем я включу субтитры. Я, видимо, не принял прошлые настройки. Хотя вроде как нажал применить. Так. Вонь. Что за... Пахнет говном. Ну что ж. Робин. Робби Вильямс. Готовься. Мы пойдем посмотрим, что там, а то сторожи оттуда. Нормальные полицейские, еще раз я вам повторю, и еще раз повторю, нормальные полицейские, которые соблюдают все-все-все и боятся за свою жизнь, вызовут подкрепление. Причем подкрепление они вызовут примерно 15 машин сватовцев. Вот. Увидев такое, ну, а у нас... Ну, какие-то, не знаю, Арнольды, Шварценеггеры и Тили Шнайдеры, судя по всему. А что за черные полосы-то? Вот черные полосы меня напрягают. Не так классно смотрится. Конечно, это стиль кино. Не может быть, типа, они появились. Нет, нет, они появились. Я, кстати, камеры могу вилять туда-сюда. В бронежилете. Бронежилет тебе не поможет, очкастый ты евнух. Зализанными волосами. Вот у меня не зализанные волосы. Лично у меня сейчас. Потому что у меня нет денег на гелий. Для волос. На гель для волос. Гелий обычно используется для пыхания. Что, может быть, пыхнем гелия? А? Чтобы говорить, как маленькое школьное дитя. Ха-за-за-ха. И что я тут должен поделать? Кью это у меня применить, поджечь. А что он вообще сказал? А, скорее всего, должен подойти к компьютеру и посмотреть, что у нас по камерам. Да-да-да. Live feed. Сражайтесь, сражайтесь. Пропустить, чтобы... Пропустить. Я думаю, ни один нормальный человек не будет... Девочка какая-то. В капюшоне. А нет, это мальчик. Я видел трейлер. Я, кстати, пожалел, что... Вот. Оп, пропал. Да к этой Рикимару. Что? Он тут? Он жив? Рикимару? Белый свет. Это, скорее всего, задул Фелзалора. Он задул, Рикинапал, блинканул. Ну, все, пожалуйста. И сейчас играет радио в таверне. А, что за... Какого... Блудсикер... Блудсикер ультанул. Люкен вызвал Крис. Чё за говно? Нет, Люкен-то волков вызывает, но в этой игре... Ладно, на самом деле Бимастер вызвал Крису. А ну-ка. Ой, так это же классика. Я люблю классику. Ей-богу. Я вижу нож. Обзор мышью. Так, кого-то там испепеляют. Такой музон играл в рекламе Nesquik. Или где-то был. Точно был.
Обзор мыши, что? Я ничего не вижу. А, нет, вижу лицо. Тупое быдло берет и разрезает людей напополам. А письку-то он забыл. Пробел нажать несколько раз. А, раскачиваемся. Мы такие сильные. Нам повезло, он нас не убил. Мы единственный выживший из этих людей. Мы очень везучий. Ау! Что за... А вот этот вот звук разве маньяк не услышал? Ну что это за... Это нереалистично. Мы упали, перданули, сиранули, сморкнулись, а он дальше тушу разрезает. Я понял, я знаю, я не дно. Быстрей, быстрей, ты что, блядь? Как убить? Так убей его, блядь, у тебя нож! Все, скрытое, скрытое убийство. Я даже не увидел, как он его убил, потому что слишком темно. Господи! Мы сейчас встанем, да? Сдачу сдадим. Как чеченская компания. Загрузка, экстренный вызов. Слушайте, давайте-ка яркость повысим. Ибо это жопа какая-то. Я надеюсь, здесь можно яркость повысить. Управление, графика, зернистость, так, яркость. Вот. Вот, отлично. Ну, я где-то вот так вот поставлю. Потому что реально просто не видно ничего. Мы же хотим видеть сцены. Ну, кровь здесь от Биошока. Чисто Биошок. 100%. Поиграйте в первый Биошок, поиграйте во второй Биошок. Я, кстати, первый Биошок купил только из-за того, что увидел классную кровь там. И все. Тут также элементы, скорее всего, Splinter Cell. Вот, пожалуйста, он даже ходит как Splinter Cell, когда приседает. Но мы сейчас воруем ключи. На пробел заюзаем. Связка ключей. Ну, а это Resident Evil. Это ведь разработчики Resident Evil, они не стали. Вон, граммофон. Блять, опять... Я же его попытался в крысу убить. Он что, воскрес? Держитесь, да, и подальше от врагов. Тихо-тихо. Попробуем сейчас его заколоть. Все-таки. Отомстим. Тут баночки, скляночки. Че, серьезно? Занимайся своим делом, мужчина. Занимайся, занимайся. А только куда мне сейчас идти? Реакция у него от бога, скрипты тоже от бога. Так. Так. Что тут? Какие-то какашки. Что у нас здесь? Обспермленные трупы. И на помощь нам никто не придет, конечно. Конечно. Господи, блядь. И он дальше пошел расчленять это тело. Но самое удивительное, мы его пырнули. Мы пырнули этого дяденьку. Здесь можно как-то бить. Канистра? Ну-ка, может быть, она с бензином? Засунем ему бензин в жопу и подожжем. Блять. Я даже бегать не могу. Вы не поверите. Это значит еще чистое вступление. Полностью вступление. Возможно, да, даже эти черные полосы. О! Вот и дверка. Вот и вам гайды, как пройти эту миссию. Ну, хотя бы найти дверь. Дверь-то можно закрыть? Странная игра, вроде как про зомби, и двери нельзя закрывать.
Удивительно. Графика напоминает мне, ну, в два раза, в полтора раза лучше, чем в Alone in the Dark. А Alone in the Dark у нас 2007 года. Я вам даже характеристики скажу. Здесь Core i7 вам понадобится. Alone in the Dark 2008 года. 6 лет разница. Почти 5. Не в тему. Ты вообще не в тему. Ты в такой не в тему, что самый не в тем, не в тем. О, мультик. О, господи, сейчас надо бежать. Кто за нами? Ну, за нами, естественно. Он двигается быстрее, чем мы. Беги, беги. Кто бежит? Я бегу, да, я бегу. Я управляю. Беги, беги, блядь. Не оборачивайся, нахуй. Ну, обернулся, сейчас сдохнешь, кусок идиота. Как это так? Ты дебил? Смотрите, он нас задел пилой. О, это я люблю. Беги, беги! Ёб твою мать! Всё, хана. Посмотреть, конечно. Перед смертью нужно посмотреть в решетку. А вот теперь мы стекаем вниз, как говно. Представьте, как там воняет на самом деле. Ёб твою мать. Это я видел в трейлере. Как мы падаем. Ну, это банально, конечно. В критические дни. Хотя я не знал такого словосочетания, пока мне не исполнилось 20 лет, и я сам не попробовал это. Но это хоррор. На самом деле, это хороший такой атмосферный типа хоррор. Можно ночью поиграть. Мне понравились некоторые моменты. Зацепило меня также Resident Evil 4 этими моментами, когда ты в доме в деревянном. Деревянные дома — это моя слабость. Моя слабость также фильм «Зловещие мертвецы» и все части. Нет. Первая часть и ремейк. Ну, ремейк, конечно же, хуже. И вторая часть «Зловещие мертвецы», когда они в доме. Есть еще много фильмов, где люди находятся в доме на отшибе, в лесу где-то, да. Мало людей, но зато есть потусторонние силы. Так вот, также и в трейлере я увидел момент, когда наш челкастый мальчик, похожий на любителя вайнеров, создателя вайнов. Ну, не прям можно, нельзя сказать, что жесткий создатель вайнеров, но русский вайнер, вот он. Тот, что немного фикусит. Нападают зомби, мы отстреливаемся. В Resident Evil 4 такая же фигня. И я думаю, сейчас на нас нападет вот эта лабуда. Где выход? Давай. Подобрать. Нападай, нападай. Я готов к этому. Как хочешь. Где выход? Ну, сейчас посмотрим, где выход. Ох, как темно-то тут все-таки. Ох, как темно-то тут. Нет, ты точно не хочешь на меня нападать, мужчина-колясочник? Такс, ну там... Слушайте, а вообще, что мы подобрали? Я даже... Тап не работает. Слушайте, а может быть, я не настроил, управление. О, клавиши. Нет, здесь все есть. Главное, с клавиатурой все работает, а с текстом и текста это можно отнести к, скажите мне, к субтитрам и перевод. Не немецкий, а англоязычный. Как открыть-то? О, вижу. Вижу щелку. Сейчас войду. Вошел. Доволен. Как слон. Поднимаюсь наверх.
Ой, какая длинная. Нет, не длинная лестница. А побыстрее нельзя? Большинство времени, мне кажется, эта игра займет именно поднятиями и спусканием по лестнице. Прохождение, мать его. Подбираем. Проверка системы Steam. Steam. А, одну букву они пропустили. Результат положительный. Жирный Newgable хочет забанить все аккаунты Выжилинка, закрыть трейды. Он хочет получить пизды от Выжилинка. Хорошо, я сделаю это. Не жалко. Потому что нехуй набирать даунов, блядь, в техподдержку, блядь. Следить нужно за своими подчиненными. Мыслим глобально, и точно, и правильно, и адекватно. А это, по идее, как заброшенная какая-то, это, что ли, психушка, что, или больница. Что-то такое, картотека, вот, пожалуйста. Картотека где у нас бывает? У мамки в машине. ФСБ, ЦРУ, все такие. В библиотеке имени Ленина я там часто зависаю. Можете спросить, у меня много чего. Любитель. Блять, опять он побежит. Куда ты бежишь-то, ёб твою? Что за камера ебанутая? Господи. Лучше спрятаться. Давай прятай! Быстрее, мудак! Outlast. У кого-то пакан. Пакан рванул. О. Зачетная лампочка. Прям как в хоррорах. И он нас не найдет. А если и найдет, то не убьет. Блять, как можно быть таким безмозглым? Я даже выбраться не могу. Я на самом деле хочу выйти из ящика. Он все покрушил, разрезал, а нас не заденет. О, носится. Выломал дверь, которая была закрыта на ключ. Выбил, выбил. Так, уёба. Тихо, тихо. Ты меня будешь преследовать, ублюдок? Господи, ты шо ж сюда-то идешь? Ёб твою мать, блядь. Посмотрим, как тут пашет система скриптности. А я его пробовал убить. А это, оказывается, типок, которого убить придется в будущем. По мере прохождения, так сказать. Нельзя, чтобы он меня увидел. Hello! Блядь! Не, он просто смотрит. Смотрящий. Тихо, тихо, тихо. Ты думаешь, я твоей пилы забоюсь? И сразу выйду, сдамся тебе? Иди ссы, блядь, анурезник. Так, какие-то ящики. И еще здесь ящики, в которые можно заныкаться. Только зачем? Стойте, он ходит на четыре стороны, но за территорию не стремится выходить помещение. Значит, поступим как? Постоим пока, постоим, постоим, твою мать. По-моему, там можно пройти. Тихо, тихо, баратюн. О, бутылка, кстати, да. Вот, вот он, элемент сплинтерселла.
Почему, когда я в тени, так все ярко? Он в темноте, интересно, видит, нет? Так. Стой, ёба, стой. Да стой ты, блядь. Блядь, может быть, ему в лицо зарядить? Твою же ж мать, господи! Что же ж я наделал-то? Нельзя, чтобы он меня заметил. Подбираем бутылки, мы же их можем сдать потом, ебать! Не, ну это уже страшно, потому что я слишком много прошел! Теперь-то я знаю, как тебя объебать. И мне политика его зрения понятна. Иди туда, хуесос. Беги, беги, блядь. Мудак. Блядь, он меня спалил как-то. Ну как так? Тут же скрипты, скрипты, блядь, блядь. Быстрей, быстрей, быстрей! Ясно. Наверное, его привлекают наши шаги. Господи. В темноте он нас видит. Везде он нас видит. Он туда побежал? Понимаете, здесь еще очень светло. Даже слепой мог бы увидеть. Тихо-тихо-тихо. Неужели удалось? Так, не ори. А то мне кажется, что ты меня спалил. Когда меня на самом деле даже самый зрячий человек бы не мог бы найти. Все! Прикиньте, мне просто оставалось... Толкнуть дверь, и она сама захлапывается. Обратно можно войти? Пройти? Нет. Нельзя. Линейная игра. Зато выключатель существует. О, опять ты, ёб твою мать. Он нас по запаху находит. Конечно, об коляску споткнулся. Ты прям не видишь, блядь. Давай на койку еще упади. Полежи там, ногу сломай, руку сверни, блядь. Шею не забудь также оставить там на койке, сука. Беги, сука, беги. А почему ж тебе пальцы не отрубило? Ой, какой он злой. Злющий, прям пиздец. Ну у него же ж есть там мясо. Мы просто живое. Вот и все отличие. Он любит быть охотником, а я люблю быть мышкой. Пи-пи-пи-пи. Пачку презервативов выкинул. Она нам не понадобится больше. Я вижу. Bad case, that's for present. Это как президент, только present. И танго гений продукшен. Сторитарию кумокейчи на реальных событиях музик Мустафа из Дубаев с Майбахом из Бугатти Вероном. Арт-директор на коми котами. Он любит катану. Директор Шаоми The Evil Beach Present. Сильный голос. Жик-жик, ваша еда готова.
Все, на этом первая серия закончена.